Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Боже, в церкви и в соединении всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Феодоре, и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Елисее, честь им пресвитерстве во Христе дьяконстве, и о всем притче люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. На всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, и вся внутреннее мое имя святое Его, благословен есть Его. Господи, ве всех, я же воздадеми. Честно пред Господем, смех преподобный Его. Честно пред Господем, смех преподобный Его. Воздержание на таковых не из закона, а иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславны, друг друга раздражающе, друг друга завидяще, братья, аще впадет человек в некое прегрешение, вы, духовни, исправляйте такового духом кротости. Истинного, славного, всехвального апостола и евангелиста Луки, да даст глагол и благовествующему и силы у нового исполнения Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И по море Тирское и Сидонское, и же придоши послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ из каши прикасайтесь Ему, и окосил от Него исхоздаши, и исцеляшися, и той возвет очи свои на ученики своя, глаголыше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчащи ныне, яко насытитеся, блаженни плачущи ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и разлучат вы, и понося, и имя принесут, и принесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради и Отца нашего, Святейшего Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем, митрополите Феодоре, и о Господине нашем. Все священные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, благоукрасители, благоустроители, жертвователи, настоятеля, братья и прихожанского храма сего,
всех здесь предстоящих, поющих и молящихся, всех вас и православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки. Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, Отцу им же вся быть. Счастье Святого Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим, песнь поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. Его оставление грехов. Идите от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, и же завы за многие, изливая моего оставление грехов. Сердце чисто содержимое, и дух праховный и утро Тебе помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же видением и невидением. Исподоби меня осужденно, причастить все причистых твоих таинств. Во оставление грехов в жизнь вечную, аминь, вечери твои, я тайные дни. Сыне Божий причастника, причастницу у меня примени во врагом твоим тайну повер, не лавзаните там яко Иуда, но и разводник исповедать помяни меня, Господи, во царстве. Подобнее богоносне, Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою, и любовью, еже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай,
и ангельское общение, Пресвятые Богородицы, посещение сподобивайся. И дар чудодейственный, с той же стороны общники бытии, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите благословенье, Отца Моего наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Господи, Боже, помилуй, не светло празднуем. Священномученик Николай, Пресвятый Режий Верхним Гнутов и преподобный Арсений, игумени обители Усть Медведицкие, преподобные Ефросиния Александрийские, преподобные Ефросиния Суздальская, миру Феодулии, святителя Германа, архиепископа Казанского, преподобные Деисифии Затворницы, преподобного мученика Пафнутия Египтина, и с ним 546 мучеников, святого Николая, исповедника Пресвитера, священномучеников Александра и Федора, пресвитеров, всех праведных Бога, Отец и Акимана, и всех святых, помилует и спасет нас, всех благ и человеку. С праздником, братья и сестры, вас всех поздравляю, с днем памяти представления преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. И вот уже в который раз православная церковь устанавливает праздник на день, непонятный большинству людей, населяющих наш земной шар. На день смерти. Ведь для большинства людей, чего скрывать, в современном мире смерть это что? Это горе. Это страх, это боль, это ужас. А мы, странные такие православные христиане, мы этот день празднуем. Празднуем и в честь святых. Стараемся радоваться и меньше скорбеть, когда наши близкие отходят в вечную обитель. То есть для нас это день не печали, но радости. День, когда человек, окончив свое земное путешествие, свое земное здесь служение, отходит в вечные обители Господа нашего и Бога Иисуса Христа. И предстает пред Ним на страшный свой маленький частный суд. И уж тем более в день памяти преподобного отца нашего Сергия мы точно осознаем, что суда-то по факту не было и никакого. И как мы сейчас читали в молитве, он, несомненно, услышал те слова, с которыми мы обращались к Богу с прошением, да, что «Приидите благословение царствия моего отца наследует». И вот пусть по молитвам преподобного отца нашего Сергия мы тоже в свой час, каждый из нас, услышим эти прекрасные для нас слова. То есть будем достойны звания православных христиан. И вот примером для нас, несомненно, должен являться отец наш Сергий, который при своей жизни, несмотря на свою бедность, а обитель его тогда не была особо богатой, да? Несомненно, в нее приносились великие дары, но все это шло на устроение этой обители. Да? Он не забывал устраивать и множество других храмов, которые стоят, многие из них до сих пор. Да? То есть он заботился о том, не только чтобы его обитель была велика и красива, но устраивал великое и великое множество других храмов. Старался участвовать во многих из них. Ну, не то, что в наше время. Сегодня вот с утра я прочитал, с одной стороны, страшную, с другой, получающую для нас новость. За морем, в Соединенных Штатах Америки, православный храм был переделан в мечеть. Страшно. С одной стороны, страшно. А с другой стороны, прочитав новость до конца, я порадовался. Потому что этот храм был первоначально переделан под дискотеку. Люди там предавались бесовским увеселениям. И уж пусть лучше мусульмане там совершают свои молитвы с благоговением, в тишине и внимании, чем там будут совершаться подобные вещи. И если мы с вами не образуемся, не задумываемся о том, что нам надо наши храмы украшать и наполнять их, да, просто приходить в них постоять каким-то столбиком, да, но быть свечой горящей во время богослужения, то
то и наши храмы, к сожалению, может ждать такая же участь, да? Я не говорю о переделывании их мечети, нет. Я говорю именно о том, что в них будут предаваться бесовским увеселениям. И дабы такого не случилось, помните, что каждому из нас во время богослужения необходимо гореть, необходимо светить Богу. И вот тогда-то наши храмы действительно засияют. Не только внешним своим убранством, да, которое тоже им необходимо, но и внутренним своим наполнением, что гораздо более важно. Чего и желаю. С праздником вас! Ну, сейчас еще... Исполнение премудрости в соблюдении заповедей твоих, приложение божественное твое, благодати твоего царствия присвоение, да во святыни твои теми сохраняет, твою благодать поминает всегда, и не к тому себе живу, а тебе нашему Божицу и Богодетелю, Богу и всего жития, и шету надежды живого вечного, присносущий достигну покой, иди же правда, и чуть вас не приставлю, и бесконечная слава.